Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 268 упражнение. Необходимо подобрать однокоренные слова и антонимы. Итак, светлый. Основу выделим. И приставка «за», суффикс «о», засветло. Влево. Основа. Приставка «в», суффикс «о». И также направо, приставка «на», суффикс «о», налево. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.